Настеньку я знаю очень давно. Первый класс она ко мне пришла маленькая, несмышленная, белые волосики, ясные глазки, они сверкали, светились. Это добрая, отзывчивая девочка. Она очень любила учиться. И сейчас, я надеюсь, да, Настюшенька? Да, да. И Настюша сейчас продолжает очень хорошо учиться. Это моя ученица. Настя Борисова. Химию я у нее преподаю 7 класса. Ну, знакома очень давно. Но вот в таком тесном коллективе, как классный руководитель и моя ученица, мы только первый класс. Ну, несмотря ни на что, девочка способная, хорошая. Иногда, конечно, бывает тренинга, но мы умеем с этим бороться. Вот, я тебе желаю успехов не только в победе в этом конкурсе, а вообще в жизни. Спасибо, чтобы ты сейчас закончила все вот эти твои этапы подготовки к конкурсу. И поступила к подготовке уже к самому серьезному шагу на данном этапе твоей жизни. Это успешная сдача тебе. Удачи тебе! Она хорошая, красивая девочка. Чудесная. Нежная. Жизнерадостная. Привлекательная. Активная. Ее характер – это полная неожиданность. Обалденная. Энергичная. Замечательная. Богиня. Сексапита. Сильная. Веселая. Необыкновенная. Всегда поддержит. Классная. Креативная. Хорошая. Задорная. Часто поражает своим эмоциональностью. Клёвая. Как две капли воды похожи на свою очаровательную маму. Губки есть у всех, но твои же лучшие губки вне конкуренции. Харизматичная. Твоя красота просто зашкаливает. В общем, Настя у нас самая лучшая! Достичь, фантастичь!